туннельный мальчик, я туннельный мальчик, я туннельный мальчик, я туннельный мальчик. Приемная. Здравствуйте. Здравствуйте. Шмешенко Валерий Альбертович, меня зовут. Я прошу прощения, Жмышенко Валерий Альбертович, Жмышенко. Угу. Это Светлана, да? Нет. Да, это не важно. Значит, мне, значит, помощь надо вызвать меддурку, потому что рыцаря пройти не могу, рыцарь. Вам нужно 112 звонить. Да нет, я рыцарей пройти не могу. Каких? Ну, рыцарь бегает, рыцарь, петухов кидает туда-сюда, двоих стражников петухом, бах, они упали, а я прыгаю там, ну, всякие преграды, и в итоге падаю мимо, получается, на преграды не попадаю, понимаете, о чем я? У меня там два шара таких, бах, убило, ну, только что двойным, бах-бах, то есть, ну, упал я. Надо дурку забрать, потому что это все уже, я не могу уже который день пройти. Вам нужно звонить 112. Так а я куда позвонил? Дурку чи куда? Ну, вы позвонили не по профилю. Вам нужно скорую помощь вызывать. А вас как профиль у вас? Какой? Психиатрический, но мы... Да? Только по постановлению суда принимаем. Да, я понял. Я человек не молодой, чтобы сразу понимали эти вещи, да? То есть мне 54 года, я уже одной ногой, как говорится, там. Прошел, как говорится, и огонь, и воду. Ну, вы уж меня простите, Светлана, раз побеспокоил, наверное, разбудил там вас, да? Наберите, пожалуйста, 112 и объясните свою проблему. Не, ну так это понятно. Так а рыцаря как мне пройти? Ну вот, может, они вам подскажут. 112 наберите. А вы не знаете, как пройти рыцаря? Нет, к сожалению, не подскажу вам. Я вас плохо слышу. Точно не знаете? Ну, точно, точно. Там прыгать надо, там шары вот эти большие крутятся, вертятся. Ну, поняли, да? А я в шлеме, а мне не помогает. Там еще музыка. Да. Я раз и упал, короче. Один батут, да, прыгает. Да, я понимаю, вы 112 наберите, объясните. С одного наберите, на батута, объясните. На другой, а с, ну, с другого уже на третий. Там раз, колючка сверху иногда убивает. Ну, ничего страшного. Я сейчас двоих стражников, бах, петухами, короче. Ну, у меня петухи из портфеля высовываются. Раз, и петушара, бля, летает. И это самое. И я ж там дальше, там еще дальше будет типа рейд-босс, ну, такой пянчик. Он раз и убегает. А там замок стоит, башня падает. Что делать, не знаю. Потому что уже третий день вот это вторая часть вышла. Я не могу пройти рыцаря. Я вас понимаю. Наберите 112. Они вам помогут. Поймите меня правильно, я туннельный мальчик. Я сейчас в туннеле нахожусь. Я вас понимаю прекрасно. Понимаете, по номеру 112, да? Позвоните. Ясно, но вы сейчас заняты, да, наверное? Нет, я вас слушаю. Нет, просто еще я есть ко мне из вопрос? Туннеля, звоню в туннеле, с великанами сейчас сидели здесь, и вот, значит, рыцари обсуждали. А никто не знает, потому что часть-то вторая, не первая. Первую-то я знаю, я там уже далеко прошел, а вот вторая не поддается мне. Понимаете, о чем я, Светлана? Да, да, понимаю. Ну и что ж мы с вами делать-то? Может, подскажете, что, чтобы все прошло? Здесь быстренько раз, и все, прыжок. Вот номер потом... 112 наберите, они вам подскажут. Да не, им звонить, они там более важными делами занимаются. А вы там отдыхаете, вот, пожалуйста, вы мне должны помочь. Я вам говорю, немного не по профилю обратились. Так, а наберите, я рыцарь номер 112. Или кто? Я рыцаря, мы играю, не просто человек обычный. Я рыцарь, в доспехах стою весь. У меня петух на голове. Ну, такой красный, бархатный. Я вас понимаю. Я вас вам понимаю. Нужно набрать 112. Нет, так я с вами звоню, психиатрическая больница номер 5, Жмышенко. Да. Не... Ну, извините, я вам ничем помочь не могу. Вам нужно набрать 112. Думал, я вам думал iPhone подарить. Ну, ладно. Спасибо, наберите 112. Я рыцаря, как пройду, вам наберу потом, через 2 года. До свидания. Вы очень красивая. Да. До свидания. Вы мне понравились. Я рыцарь. У вас еще есть ко мне вопрос? Я рыцарь, у меня коня нету. Так бы я прискакал бы к вам. На коне бы собрал свою принцессу бы в замок свой. Да.
У вас еще есть ко мне вопрос? Вопросов нет, Кариса. Я дальше сам буду пробовать, да, рыцаря? Хорошо, до свидания. Ясно, до свидания. Пусть ветер унесет воспоминания. Да? Не понял. Да-да-да-да-да. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Что ж там такое у вас? Не дозвониться никак. Что вы хотели? Да что, мне помощь нужна. Какая ну, помощь? Ну, мне рыцаря. Рыцаря пройти не могу, рыцаря. Рыцарем прыгаю, у меня ну, доспехи одеты на мне, там, сзади у меня в сумке петухи. Я пытаюсь, ну, кидаться ими, и ничего там, два рыцаря, ну, сломил, да, а там еще колокола, вот эти большие шары, бах-бах, короче, один раз попал по мне, второй раз я упал опять с горы, да. Там дальше еще сложнее пройти, мне нужна помощь срочная, потому что рыцарь никак не подает, уже третий день все никак, да. Ну, и обратитесь. 15-ю больницу, там как раз не, рыцари, это же Харьков, да? Это Харьков, правильно? Нет, это Москва. Не, Харьков, я слышу акцент ваш. Вот родной, потому что я сам Москва. А?